Наша программа погружения набирает обороты. И прямо сейчас мы вместе с вами, дорогие наши зрители, отправляемся в цирк. И мы сегодня побудем с вами и за кулисами, и на репетиции. И я думаю, что это будет жутко увлекательно. Поехали! Как устроен бизнес Татарстана? Руфина Мукминова разберется, как работают предприятия, кто и чем занят на производстве. Это один день из жизни компании. Это погружение на 100. Цирк – это шкатулка чудес, где живут настоящие супергерои. Они летают под куполом цирка, метко стреляют из арбалетов, приручают милых котиков и больших хищных котов. Казанский государственный цирк проводит открытые репетиции для всех желающих. Мне же повезло больше. Я не только понаблюдала за работой артистов, а поучаствовала в ней. Начинаем шагать правой ноги. Туда. Раз, два. Подъем. Ага. Вот, ножки, меня. Ножки, красиво. На меня, смотрим на меня и шагаем. Красиво. Левую вперед. Вот. Вот тут. О, носочки. Мамочка, остановите. О, руку давай. Руку. Не могу, мне страшно. Руку, руку даем, чтобы он вас поймал. Вы же держите. Еще раз. Выдохни. Могла ли я подумать о таком полном погружении? Нет. Заметьте, воздушные гимнасты работают без страховки. И я вместе с ними. Похоже, этот выпуск, как и само шоу, на грани. И спокойно ко мне прижимаемся. Ого! Ножки ровненькие вместе. Не смотрим в бок. Вниз. Куда вниз идет? Смотрим. А, мы уже внизу. Ой, хорошо. Молодцы, молодцы. Ой. Вы же хотели погружение на 100%. Вот Сергей Нестеров пригласил меня в клетку к тиграм. Контакт с тигром. Вот этот опыт вам как-то поможет? Поможет, наверное, уберечься от тигра, а не встретиться с тигром. За моей спиной сейчас шоу «Экстрим» репетирует свое представление. Это стрельба из арбалетов. На самом деле это очень волнительно, даже здесь вообще страшно. Смотрите, делают какой-то эксперимент. Ой! Почти. Друзья мои, я думаю, что каждый хоть раз в жизни мечтал ассистировать профессионалу своего дела. И вот сейчас... Я вот не знаю, рискнуть или нет, да. Вот так, да? Да. Да? Да. Точно? Точно. Мам, страшно очень, конечно, да. Ой, мамочка. Готова? Нет, по-моему. Ух, сейчас, соберись, да? Да. Все хорошо. Мы готовы? Да. Ну как? Ой, классно. Сейчас за нашей спиной проводят репетицию мейн-куны и кошки. И вот для этого нам нужно вообще не двигаться, вот прям от слова совсем. Потому что они реагируют на каждое движение, на каждый шорох. Поэтому вот мы стараемся сидеть тихо и просто наблюдать за этим. Цирк ждет своих гостей. Манеж застилается ковром, настраивается оркестр и начинается шоу. Все те, с кем мы провели день, преображаются в настоящих волшебников. Их яркие наряды и превосходно исполненные трюки поражают зрителей. Годы упорной работы превращаются в мастерство исполнения и изящество линий. Здесь и люди, и животные становятся единым целым. Их главная награда – это улыбки зрителей и бурные овации. И каждый может стать частью этого шоу. Общий вес автомобиля с пассажирами.
артист с большой буквы, наверное, да, можно сказать, потому что он не просто клоун, он и танцор, он и певец, и это все так филигранно. Как ваши ощущения после выступления? Что вы испытываете? Я думаю, что вы сегодня отдались на все 100%, так же, как я погрузилась в работу цирка. Ну, все зависит, на самом деле, напрямую от зрителей. Если чувствуешь отдачу, то все происходит само по себе, поэтому ничего сложного нет. Если зал горячий и теплый, то для него хочется делать все больше и больше. А сегодня был горячий зал? Да, Казань вообще сумасшедшая, поэтому мне очень нравится и приятно здесь работать, и я думаю, что я сюда вернусь еще не раз. Ключевая задача моя – не давать людям вздохнуть, чтобы им как будто бы не хватило, хотя, по сути, 3 часа – это не так мало, а достаточно большую программу мы привезли в Казань, но отдохнуть мы им не даем, поэтому мы будем качать еще до конца апреля, и я уверен, что у нас будет полный зал. Всех ждем и удивим вас 100% безоговорочно, и у вас нет шансов против нашего акула. И это был непревзойденный акула! В цирке полный аншлаг. Это представление собирает огромное количество зрителей. Если вы хотите попасть на это шоу, то, конечно же, вам нужно позаботиться о билетах заранее. На этом наше погружение подошло к концу. Увидимся в следующий четверг. Если хотите пересмотреть этот выпуск, ищите его в социальных сетях и на нашем YouTube-канале. Пока-пока!